Вот, ребят, приехал у нас Люцик, вот такой вот котяра. Люцик, 17 лет. Хозяин у него умер, племянница приехала из Новороссийска, похоронила дядю, кота взять не может. Ну, я не знаю, но там на самом деле девушка переживает, поэтому сказать, что она там плохо поступила, что бросила, нет. Она ездила в клинику, попыталась съездить с ним на УЗИ, попыталась сдать анализы. Дегтярки, к сожалению, дегтярские, я не знаю точно, как говорится, не делают, нет таких, нет аппарата УЗИ. В Первоуральске, говорит, не попали, потому что там по записи. Мы, наверное, завтра поедем, съездим с ним, сделаем анализы, сдадим и сделаем УЗИ. Сказали, что одна почка очень плохая и, может, долго не проживет. Ну, я так думаю, что не из-за того, что даже со здоровьем проблемы, а, скорее всего, у него стресс из-за потери хозяина. Вот. И дорогу вряд ли он бы перенес, потому что ехать далеко, не знаю, там самолет, поезд, как это все будет. Но вот она решила оставить, попросилась к нам, обещала заплатить, оплатить клинику. Если, говорит, надо что-то, я, говорит, обязательно вам помогу.